На участке Сергиев Посад-Буженинова капитально ремонтируют железнодорожные пути. В связи с работами переезда на Вифанской и Первой Рыбной улицах будут перекрывать днем. 18, 19, 26 мая и 1 июня с 8:30 до 18 часов будет перекрыт переезд на Вифанской. В эти же часы 22, 29 мая, 4 и 10 июня будет закрыт переезд на вокзале. Ищите пути объезда.